Добрый день! В эфире программа «Биржевой помощник», в студии Полина Алексеева. Сегодня мы вновь поговорим о фундаментальных факторах движения рынков и более подробно остановимся на финансовом факторе. Сегодня у меня в гостях региональный директор компании «Фибогрупп» Евгений Усанов и инвестиционный консультант компании «Фибогрупп» Евгений Слесарев. Здравствуйте! Евгений, спрос и предложение на рынке зависят от фундаментальных факторов, одним из которых является финансовый фактор. Расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее, в чем его особенность? Финансовые факторы фундаментального анализа учитывают деятельность правительства и Центрального банка страны, направленную на денежную систему. Изменение финансовой или налоговой политики правительства приводит к возникновению изменений в экономике, что отражается на показателях валютных курсов. Финансовые факторы обычно начинают действовать только после экономических. Сегодня центральные банки развитых экономик пытаются восстановить инфляцию, насколько мне известно. И для этого они изменяют процент ставки. Вот скажите, что происходит, когда повышается и когда понижается процентная ставка? Процентная ставка центрального банка – это очень сильный инструмент влияния на экономику страны, а также на обменный курс национальной валюты. Изменение ставки – это очень важное событие. Его ждут инвесторы и спекулянты. Есть стандартные варианты поведения рынка при изменении процентной ставки. Но часто рынок ведет себя по нестандартной схеме. Это очень большой и серьезный вопрос, которому мы посвящаем почти целые занятия на наших обучающих курсах. Более подробно узнать о программе обучения, а также записаться на бесплатный вводный семинар можно по телефону, который видите на своих экранах. Евгений, вот прошлая неделя была очень напряженной для трейдеров. Произошел отток гособлигаций с мировых рынков, так называемая майская распродажа. Какие настроения сейчас на рынке? Какая ситуация? Опишите, пожалуйста. Ну, действительно, прошлая неделя была интересная. Дело в том, что любую неделю на финансовом рынке можно назвать как напряженной, так и успешной, в зависимости от того, как трейдер, как инвестор или спекулянт ее использует. То, что на прошлой неделе наблюдались вот такие майские распродажи, особенность именно прошлой недели заключалась в том, что продавали не только государственные облигации, но наблюдалась и распродажа на рынке акций. Это неестественное явление, которое, безусловно, долго продолжаться не может. И уже к концу прошлой недели мы увидели спрос на рисковые активы, спрос на акции. Мы увидели рост фондовых индексов американских, мы увидели рост фондовых индексов европейских, и мы увидели хороший рост на валютном рынке, в частности, европейских валют, так называемых рисковых валют. На сегодняшний день мы видим выправление ситуации. Ситуация складывается именно по правилам фундаментального анализа, по правилам финансового анализа. Если прошла распродажа облигаций, то значит появились свободные денежные средства. Эти денежные средства рынок пытается куда-то проинвестировать, вложить. И в первую очередь мы наблюдаем это на фондовом рынке. Идет рост фондового рынка. Ну и, безусловно, это оказывает влияние на валютные рынки. На валютном рынке сейчас, ну, по крайней мере, первая половина этой недели сопровождалась тем, что мы видели распродажи европейских активов, поскольку именно единая европейская валюта на сегодняшний день является хорошей валютой фондирования, когда ее берут в долг под низкую процентную ставку, продают на рынке и получившие свободные средства в долларах США вкладывают в американский фондовый рынок. Вот именно этот процесс сейчас и наблюдается. А какое поведение трейдера в этой ситуации можно назвать удачным или правильным? Ну, мы всегда называем удачным, правильным поведение именно то, которое приносит прибыль, безусловно. Другое дело, что речь идет о том, смог ли трейдер правильно себя позиционировать, смог ли он понять те процессы, которые произошли на прошлой неделе, и к чему они привели на этой неделе. Для того, чтобы это понять, трейдеру нужно было вникнуть в суть происходящих процессов, нужно было оценить действия центральных банков, действия финансовой системы, да, мировой финансовой системы, на что она направлена. И если еще буквально неделю, две недели назад были серьезные ожидания того, что американский центральный банк, Федеральная резервная система будет увеличивать процентные ставки, то на сегодня эти ожидания резко снижаются. Уже мало кто ждет увеличения процентной ставки в этом году, все больше ее переносят на год 16-й. А это, в общем-то, приводит к тому, что есть склонность к риску, есть склонность к тому, чтобы брать кредиты в американских банках под низкую процентную ставку пока и вкладывать эти деньги в фондовый рынок. Да? И нужно еще понимать, что чаще всего ожидания процентной ставки очень плотно завязаны именно на инфляционных ожиданиях. Вот именно эта работа и идет сейчас на рынке.
Давайте тогда подчеркнем, каким должно быть соотношение инфляции и процентной ставки, чтобы можно было поддерживать стабильную национальную валюту и экономику. Очень сложно ответить на ваш вопрос однозначно. Дело в том, что инфляция – это основной показатель, и опираться нужно на нее. Есть стандартное базовое значение инфляции для развитой экономики. Оно составляет 2% в год. Для поддержания такого значения Центральный банк может увеличивать или снижать процентную ставку. Зависеть это будет от очень многих экономических факторов. Например, от уровня безработицы или от величины промышленного производства. А вот скажите, в последнее время часто все говорят о количественном смягчении. Эту политику применяют и в Европе, и в Азии. Несмотря на то, что она нестандартная, в то же время является очень популярной сейчас. Расскажите подробнее о ней. Количественное смягчение – это инструмент Центрального банка, в задачи которого входит увеличить денежную массу в экономике и таким образом вывести экономику из застоя и кризиса. А многие центральные банки развитых стран использовали этот инструмент за последние 5-6 лет. В первую очередь это США. Сегодня этот инструмент использует и Европейский центральный банк. Еще раз напомню, что в нашем обучающем курсе мы подробно рассматриваем влияние этого инструмента на валютный рынок. Записаться на наше обучение может любой желающий. Нужно только позвонить по телефону, который видите на своих экранах. А для чего Европейский центробанк применяет эту политику? Каким-то образом она уже успела принести пользу? Ну, безусловно, этот инструмент не новый, и этот инструмент достаточно давно и активно использовал Банк Японии. После кризиса 2008 года этот инструмент активно использовал Федеральная резервная система, этот инструмент использовал Банк Англии. И, в общем-то, мы видим, что экономика Соединенных Штатов вышла из рецессии, мы видим хорошие показатели и на рынке труда, мы видим хорошие показатели на рынке производства американского. Значит, инструмент работающий, инструмент приносит свои результаты. По этому пути сейчас пошел Европейский центральный банк, но, в общем-то, Европейский центральный банк ставил не столько своей целью оживить экономику, хотя это тоже очень важно. Европейский центральный банк объявил программу количественного смягчения с целью выйти из дефляционного состояния и перейти к состоянию инфляции, то есть увеличить инфляцию в зоне евро. Ну, насколько это удается ему, мы посмотрим в ближайшем будущем, потому что этот инструмент не приносит результат здесь и сейчас, это долгосрочный инструмент, и именно поэтому программа количественного смягчения объявлена до середины 2016 года. Да? Ну, нужно будет смотреть на результаты, но есть немедленные результаты, которые мы с вами увидели, в частности, это удешевление евро против основных своих конкурентов на валютном рынке. Я слышала о том, что количественное смягчение влечет за собой снижение ликвидности. В том числе, вот сейчас особенно это проявляется на рынках Японии и США. Что вы можете сказать об этом побочном эффекте? Чем он грозит? Ну, к сожалению, в экономике не бывает идеального инструмента, который бы приносил только благо. Любой инструмент несет в себе как положительные, так и некоторые отрицательные моменты. И, в частности, вот количественное смягчение приучает экономику, приучает, в частности, банки к получению дешевых легких денег. Банки эти деньги вкладывают на свое усмотрение, безусловно. Но когда программа количественного смягчения заканчивается, банки находятся в состоянии, ну, если хотите, наркоманов, которым перестали давать легкую дозу. Их начинает действительно ломать в виде того, что банков не хватает денег на те программы, которые они уже ввели. По сути дела, это не компетентность банков, не подготовленность банков к тому, что эта программа рано или поздно закончится. Но есть инструменты по выходу, есть инструменты, которые применяют, и эти, опять же, инструменты влияют на финансовый рынок. Мы с вами наблюдали удешевление золота в течение нескольких лет. Это удешевление было связано именно с тем, что Соединенные Штаты объявили о том, что они будут заканчивать программу количественного смягчения, значит, денег будет меньше, и банки компенсировали недостаток наличных средств продажами золота. Золото таким образом упало до каких-то нижайших своих уровней, да, как будет дальше развиваться событие, на что дальше пойдут банки для того, чтобы компенсировать недостаток ликвидности, будем смотреть. Есть хорошо растущий фондовый рынок, откуда тоже можно пытаться вытаскивать свободные деньги, да. Ну, есть в конечном итоге валютный рынок, где можно пытаться на перетекании валют, на состоянии кэрри-трейда тоже получать определенные денежные средства. Об этих программах мы постараемся рассказать больше, в частности,
деятельность и в рамках нашего обучения, куда я еще раз с удовольствием приглашаю наших телезрителей. Звоните по телефонам, которые видите на своих экранах, записывайтесь, приходите, узнавайте, как это все работает.